В эфире «Момент истины», в студии Андрей Караулов, государство. Сергей Чемезов, Ростехнологии, по личному указанию президента страны, настойчиво, преодолевая совершенно невероятные препятствия иной раз, собирает в руки государство те оборонные заводы, научно-исследовательские институты, чья работа для нашей страны имеет стратегический характер. Собрать в руки государство в единый кулак то, что осталось от оборонки от 90-х годов. Не так давно «Момент истины» рассказывал о знаменитой пермской мотовилихе, совершенно секретном предприятии, которое в 90-е годы, завод, выпускающий совершенно секретную продукцию, который в 90-е годы, мотовилиха, почему-то оказалась в частных руках. При советской власти там работало более 12 тысяч человек. Частный капитал управлял более 12 лет. Оборонный заказ составляет от 20 до 40%. В общем объеме выручки, да. Это секретная часть. Она известна только определенному узкому кругу лиц. Та структура, которая на предприятии есть, позволяла Рособоронэкспорту работать. Рособоронэкспорт – дочка государственной компании Ростехнологии во главе с Сергеем Чемезовым. Частным акционерам мотовилихи было предложено государством консолидировать их пакет акций. Но ведь вывести куда-нибудь в офшоры свои акции оборонных заводов, как было в 90-е, и сегодня кому-то оказалось удобнее, выгоднее, чем продать их государству. Один из акционеров, который был и имел возможность и причастность к управлению заводом в последние 8 лет, Марат Загидулов, выходит пакет, наша программа через 9 дней после вот этого сюжета. Главное управление МВД по Пермскому краю возбуждает сразу два уголовных дела. Хищение почти 70 миллионов рублей у мотовилихи частными акционерами. Второе уголовное дело о мошенничестве по факту хищения у мотовилихи 15-процентного пакета акций, который оказался непонятно где. 9 дней прошло, когда вышел наш сюжет про мотовилихинские заводы. Мы же видим, как изменилось отношение даже к передачам. Конкретные действия, сразу реальные действия. Нет ни одного сюжета. Мы будем говорить сегодня о реакции нашей. Но раньше-то не было. 9 дней мотовилих, и начинаются проверки. Но вопрос. Без журналистов специальные службы не могут найти акции. Андрей Викторович. Некто Загидулов, бывший, к слову, сити-менеджер Казани. С кем работает сегодня, как выяснилось вот сейчас, с Индией. Акции мотовилихи не в Индии оказались, в России, слава богу, сейчас идет следствие. Но весь его бизнес сегодня связан с Индией. А мотовилиха завод, а имеет секретную составляющую. Не будем уточнять, что там производится. И как? Андрей Викторович, что без журналистов нельзя было? Так это же наше завоевание, это и есть важнейший инструмент контроля. Невозможно все охватить силами только спецслужб. Даже оборонные наверняка заводы уровня мотовилихи, это слово мотовилиха вся страна знает. Уровня мотовилиха, вот я уверен, один оперработник, который занимается... Один, конечно. Конечно, он все не в состоянии охватить. Это и вопросы секретности, это вопросы охраны. Не допустить ЧП. Еще одна похожая ситуация, когда забегаю вперед, скажу. Мое предположение, лейтенант юстиции, следователь, сказал Сергею Степашину, главе Счетной палаты России, аудитору Назарову, который проверял все то, о чем мы сейчас будем говорить, Александр Назаров, бывший глава Чукотки, аудитор в ранге министра, и Сергею Чемезову, что я лейтенант юстиции, следователь, Всероссийский институт легких сплавов, когда-то одно из лучших предприятий столицы. Институт плюс опытный завод, 2 микрорайона жилья, детский сад, свой колхоз, пионерский лагерь на Черном море, дворец спорта и команда «Крылья Советов». Где это все сегодня? Ну, а лейтенант что сказал? Вот, когда Сергей Чемезов, как и мотовилиха, такой же пример один в один, все это стал собирать в государственные руки, лейтенант юстиции, следователь, ответил, задумаемся, сейчас все фамилии назову, Сергею Чемезову. Еще раз обратитесь к нам с вопросами. А Чемезов бумагу послал, как полагается. Вы, Чемезов, будете отвечать за заведомо ложный донос. У него что-то, видимо, серьезное с головой. Поверить, что это так, невозможно, но это, увы, именно так. Внимание в нашей программе, как
мы говорим иногда, начинается сейчас самое интересное. Всероссийский институт легких сплавов был создан не просто как предприятие, а именно как научно-исследовательский институт в области технологий. И при нем был экспериментальный завод. Сколько людей работало на заводе? 15 тысяч человек. Это были подготовленные кадры, имелась своя аспирантура, огромное множество патентов, которые государству дали возможность в тот момент прорваться к новому авиастроению. И первая степень секретности. В момент приватизации государство утратило контроль за предприятием. В результате ряда махинаций эти акции были с Российским фондом федерального имущества опущены в свободный оборот. Проданы? Да. Оборонка, судьбы предприятий разные совершенно. При этом действует секретность, а секретность закрывает их. Вы туда не можете зайти, да. Там стоит да. военная охрана. Я вспоминаю, как однажды одного инвестора привезли в уважаемый летный институт. Он хотел позаниматься интересным проектом, который мог бы быть, иметь мировое значение. Но вдруг он увидел этот забор, увидел людей с автоматами. Он сказал, я с удовольствием хочу с вами работать, но мы с вами не равные. Потому что у меня просто фирма, а у вас здесь город в городе, да? Да. Завтра меня не пустят к вашему забору, просто. Да. Дальше выяснится, что он что-то разгласил, и он уедет оттуда, ему закроют визу. Да еще поставят за разрушение государственной тайны. То-то и дело. Что сегодня со стадионом? В том виде, в котором должен существовать стадион, крылья Советов, его не существует. А что там? Частичный пустырь. Сколько лет так уже пустырь? С 2005-2004. Там было футбольное поле, дворец спорта. Универсальный дворец спорта. Бассейн. Что сегодня бассейн и дворец спорта? Фитнес-клуб, который сдали в аренду. Частично существуют остатки спортивного общества детского «Крылья Советов». А что осталось хоккей. От команды «Крылья Советов»? Она развалилась на две части, уехала на другие арендованные стадионы и что-то пытается где-то играть. К 2000 году, как производство, предприятие еще продолжало теплиться. Осталось где-то, ну, может быть, 1500 человек. Единицы ученых. Никаких новых разработок уже предприятие не вело. При этом предприятие обладало колоссальным потенциалом имущественным. Промышленная территория предприятия, ну, около 200 гектаров. К 2000 году предприятие уже само по себе представляло 65 гектаров промышленных земель. Отрезались территории. Под разными предлогами. Под разными юридическими схемами имущество завода уходило. Директор организовал целый отдел юридически, пытаясь вернуть имущество во владение Всероссийского института. И в связи с этим начали поступать различные угрозы, расправы, в том числе и угрозы убийством. Он подавал заявление, было принято решение. Директора надо охранять, была выделена охрана, бронированная машина и так далее. Сперва произошел достаточно тривиальный случай. Водитель сказал, что машина, на которой я традиционно ездил, не может эксплуатироваться в связи с поломкой бензобака. Хорошая была машина? Броневик Б7. Водитель сказал. В последующем... Он был в сговоре? Где-то лет через пять сказал, что если кто-то к нему подойдет, то его крыша Кумарин. Кумарин? Да. Ночной губернатор Петербурга, ныне находящийся в тюрьме, лидер Тамбовский, Владимир Кумарин, крыша вашего шофера? Получается, с его слов. Существует спецпрокуратура, которая работает по закрытым предприятиям. То есть было бы у них желание, они могли бы легко проверить, что творится в ней легких сплавов, невзирая на то, что это оборона, и, конечно, на стадионе «Крылья Советов» у Дворца спорта. Абсолютно. Да, имеет соответствующий допуск. И более того, работник в любой момент может прийти на предприятие, может организовать проверку. Но здесь нужно с помощью вот и ваших передач и определять цели указания. Это значительная и мощная подсказка, куда, в каком направлении двигаться. А как захватывали институт? 12 июня 2004 год. Вооруженная различными предметами, приспособленными в качестве оружия, а в том числе и оружием, группа людей блокировала охрану предприятия. Сколько было этих людей? Есть справка Генеральной прокуратуры, которая устанавливает, что более 400 вооруженных боевиков. Этим людям было сказано, берите все, это ваше. Предприятие охранялось в неведомственной охране самого предприятия, которое сохранилось исторически. С советских времен. Да, поскольку секретное дело и так далее. Все разбежались? Кто не разбежался, был каким-то образом блокирован и задержан. Кто оказывал сопротивление, их убирали. То есть просто хватали охрану и скручивали? Руководитель ЧОПа докладывал еще, что они ведут учет количества машин, в которых выезжает имущество. Десятки машин вывозили, да, конечно, имущество института? Конечно. Не легковых, а грузовых. Грабили? Да, грабили. Вслед за тем, когда все эти грабители залетели на территорию предприятия и стали все расхищать, приехали посты милиции, встали вокруг предприятия за его территорией. Не вмешивались, молча, спокойно смотрели.
что происходит? Мы охраняем общественный порядок. А вот в ситуации, когда избивали генерального директора, все задержанные лица были сразу отпущены. Кто же налетел? Еще раз, это событие 2004 года. Кто, какая банда? Тамбовские налетели на Институт легких сплавов и Дворец Крылья Советов. Вы знаете, идентифицировать их было невозможно, потому что это сотни людей. Такая банда? Сотни людей, приехавшие в день независимости Российской Федерации на автобусах под прикрытием милиции, приехали. Именно вас убить? Или напугать? Слава богу, что живой, говорят сейчас. Но когда бьют целенаправленно ногами по голове, в ботинках, один из них сказал, мы бы тебя убили, но у нас задача тебя покалечить. Это в лицо было сказано, и я сперва это даже не поверил, это было до избиения. А можно очень глупый вопрос, такой циничный, а почему покалечить, но не убить? Ведь покалеченный вы можете говорить, показывать свои раны, то есть быть серьезным оружием против них, а убить? Вы знаете, по всей видимости, когда происходит уже такая крайняя ситуация, никакая правоохранительная система коррумпированная не может скрывать это обстоятельство. Машина обязана работать, найти заказчика, определить мотив и ситуацию. А когда человека калечат, его на длительный срок выводят из строя, может быть, морально ломают, другим наука. Когда бьют тебя на глазах у других людей, у твоих подчиненных, они же деморализуются. Ну да, когда труп – это сразу уголовное дело убийства, особо тяжкая статья, а когда избиение – это всегда можно представить как драку и вообще уголовное дело не возбуждать. Сколько же их было еще раз захватчиков на автобусах? Это не меньше 400 человек. Батальон фактически. Батальон вооруженных людей. Дальше в нашей программе самые настоящие сенсации. Это результат великой криминальной революции. 2004 год, на секундочку, задумаемся, 9 лет назад. Вопрос, уголовное дело. Вот сейчас еще раз Сергей Чемезов пытается вернуть то, что можно вернуть. Кто они, эти люди? Кто захватывал институт? Куда исчезла команда спортивная? Ну и легендарная причем. Где это все сегодня? Уголовное дело о возбуждении добиться оказалось невозможно. На закате советских времен мне доводилось бывать в этом институте. Меня, как одного из немногих журналистов, туда допустили. Я по нему ходил. Ну, не в самые секретные, естественно, цехи, но в лабораториях некоторые. Вся авиация наша. Авиационно-космическая техника, ракетная техника. 22 лауреата Ленинской премии. Даже то, что мне показывали. 64 человека лауреата государственных премий СССР и России. Это были исследования, равных которым вообще нигде не было в мире. Что, ты знаешь, вот когда несколько недель назад другой пример, но о том же «Оборонка». Александр Рудской рассказал в «Моменте истины», как Бурбулис. Первый вопрос подсознания. А кто это вообще такой? Вот секретарь. Почему он-то заводом не занимается? Да, премьер-министр, это понятно. Да, именно он, Геннадий Бурбулис, отдал приказ уничтожить в Комсомольске-на-Амуре завод, где создавались атомные подводные лодки. Гордость нашей страны. Я всегда вот оппонентам говорил так. Хорошо, я не прав. Назовите мне аналог приватизации в любой другой цивилизованной или нецивилизованной стране. И никто не может назвать. Где был, как у нас. Да. Вот назовите страну, которая может позволить себе резать стапеля атомных подводных лодок, при этом понимая, что даже ремонтировать негде будут подводные лодки. Мне позвонили из моего секретариата. Пришла жалоба рабочих судостроительного завода. Их заставляют вырезать предприятие. Да. Видимо, кто-то еще узнал, что я во Владивостоке, из Комсомольска-на-Амуре, и подъехали во Владивосток. Нам сказали демонтировать стапеля. Очистить землю от завода. Вы представляете, что такое стапель атомной подводной лодки? Его только строить надо, этот стапель, лет 10. Все, начали резать. А чем резали? Автогенами, специальными резаками. Я это все дело увидел. Я говорю, так, что там делают? Выполняем приказ. Я говорю, чей? Бурбульса, вот пришло распоряжение. Я думаю, мы еще много чудес узнаем. Выходит программа, я получаю уведомление. Начинается доследственная проверка по факту действий Бурбульса. То есть есть преступление, не имеющее срока давности. Доследственная проверка. Мое предположение, аккуратно говорю, конкретно по действиям Бурбулиса.
И это квалифицироваться должно как государственная измена. Конечно, ужасно, что сегодня мы до трети комплектующих для космической техники закупаем в Китае, в том числе, да. Какого качества эти детали? Низкосортные. Почему булава полетела не сразу? Так трудно давалась нам эта морская ракета, потому что резина – это не точное слово, резина – сплав, который необходим для создания булавы и подводных лодок, кстати сказать, тут вот резина. Она производилась на двух заводах в нашей стране, их больше нет. Покупаем в Китае, а возможно, зная для чего эти резиновые сплавы нам, России, нужны, китайцы какого качества поставляли. Вот она и не летела. А и, может быть, даже не в плане диверсии. У нас не осталось даже ОТК. Некому проверить. Проверить качество это резины, правда, которые покупаем, и других деталей. Почти невероятный факт. Как говорил Корней Чуковский, в России надо жить долго. Тогда можно будет понять, да, эту беспредельщину. Да, имеющие срока давности, еще раз, уголовного дела, как не было по факту исчезновения завода, института фактически исчезновения, дворца спорта и сотен гектаров земли, уголовного дела нет. Великая страна исчезла, и до сих пор нет уголовного дела. Это мы шутим, такой мрачный юмор. Мрачный юмор, а... Вода камень точит. Комсомольск на Амуре, уголовное дело, возможно, будет. Когда банда, мы даже не знаем все имена до сегодняшнего дня, налетела на институт легких сплавов, о чем просил и директор милицию, которая не вмешивалась, и сотрудники вневедомственной охраны. Сами сотрудники, да, позвонили своим начальникам по району города Москвы и просили их вывести, эвакуировать из Дворца спорта Крылья Советов в момент нападения. И к моменту, когда уже генерального директора из дворца вытащили, на площадке, помимо боевиков, находилось 5 или 6 патрульных машин с милицией, которая не только не вмешивалась, а когда начали избивать, спокойно стояли и смотрели. Тогда одна женщина-милиционер просто закричала: «Все, кто со мной работает», а другим она не имела права приказывать, там из разных отделений уже съезжались, «все, кто со мной работает, начинайте задерживать». Когда милиция вмешалась, боевики сразу начали разбегаться, и вот часть их задержали. Ну, пробыли они в милиции не больше нескольких часов. То есть милиция их задержала и отпустила. У меня в кабинете стояла система видеонаблюдения, она зафиксировала погром кабинета. Среди нападавших четко были идентифицированы два человека. Это некий гражданин Щеблыкин. Кто такой? Некоторое время исполнял обязанности генерального директора ВИЛСа. А второй? Константин Стародубцев. Сегодня в международном розыске. Дубинами крушили шкафы, разбили их просто в вашем кабинете. Переворачивали диваны, вспарывали обшивку. Ну, не трогали стол. Потом пришли три человека в таких, знаете, шапочках на глаза. И аккуратно всю документацию из стола сложили по пакетам и аккуратно вынесли. И дальше начались похищения руководителей института, завода и дворца спорта. Ну вот, допустим, акционеры Жукова похитили на дороге, вытащили из машины, угрожали при этом оружием. Сначала возили в лесу с мешком на голове, потом выдвинули требования, что ты должен выдать какие-то документы об акционерном капитале, поскольку он был заместителем директора. О структуре института. Вы знаете, ну, во-первых, я думаю, что если бы дали команду его там закопать, его бы закопали. И больше никогда не нашли. Все акции устрашения. Сломленный человек, он, конечно, напуган был, безусловно. А убитый человек – это проблема. Да, убийство не решает проблему, а создает проблему. Вот генерального директора почему сказали не убить, а покалечить? Ну, понятно. Если бы его убили, другая совершенно реакция. Много ты говоришь об этой ситуации, но надо обязательно посмотреть, а почему именно милиция вела себя именно так? Абсолютно верно. Вы знаете, я организовал на Крыльях Советов штаб по противодействию, оповестил абсолютно все правоохранительные структуры. Я приходил к Кунцевскому межрайонному прокурору, и слышал, как он общается с этими людьми по телефону, называя мою фамилию, как он на сегодняшний момент меня проводит безрезультатно. Лично это слышал. Что делает следствие, когда ему это выгодно? Они разбивают на такие составы, которые не создают общественной опасности. Так. Они говорят, тайное хищение из кабинета конкретного человека, допустим. Вы на прием к генеральному прокурору тогда был Владимир Устинов. Пытались? Вы знаете, на прием не пытался попасть, но написал 3 развернутых заявления. Ответ. Документы спускались ниже и ниже. Циничные ответы.
Все детские сады ушли, больше детских садов нет, школ нету. И когда они вас похитили? Чтобы я не актив, меня вообще похитили на глазах семьи из Смоленского пассажа. Вы были в магазине Смоленский пассаж? Я был пассаж. В магазине Смоленский пассаж с малолетним ребенком, с супругой, в центре Москвы. Бригада людей, очень организовано все это, размахивая корочками сотрудников милиции, подлетели, начали меня усаживать в машину. Я начал оказывать сопротивление. Мне нанесли удар ножом, запихали меня в машину и увезли. Я знаю позицию руководителей. Она принципиальная и объективная. Не избежать уголовного. Я готов обратиться с просьбой проверить факты, изложенные вами, уверен, с языка что позиция сняли. Руководителей, я она будет абсолютно... Настаиваю на депутатском запросе, потому что главу Ростехнологий Сергея Чемизова, Кунцевский межрайонный следственный отдел, мое предположение, никак не желает, мягко говорю, услышать. Сергей Викторович писал неоднократное заявление по заключению Счетной палаты Российской Федерации. По заключению Степашина? Да. О том, что случилось и с Институтом легких сплавов? Да, я прикладывал, кроме заключения Счетной Российской палаты, Федерации. Выводы аудитора Счетной палаты, я цитирую дословно, субъективные и надуманные. Это кто же такое сказал? Следователь Западного административного округа. Советник юстиции третьего класса. То есть лейтенант? Лейтенант юстиции. Следственное управление Западного. Сказал, что аудитор в ранге министра, сейчас отчет утвержден всей Счетной палатой. Да, аудитор Назаров. Что они не правы? Субъективны и надуманы. Говорят, у нас демократии нет. Я, правда, не уверен, что это демократия. Лейтенант, покажите, пожалуйста, еще раз этот документ, говорит Степашину и Чемизову. Я лучше знаю, чем вы. И предупреждение Сергею Чемизову об ответственности, внимание, за заведомо ложный донос. Впечатляет. Какое было удивление Чемизова, да? Я представляю, у него отняли, разрушили бизнес. Мы предполагаем, да, что такие слова на ветер бесплатно не кидаются. Я попросил своих помощников найти до конца эфира обязательно этого следователя. Очень хочется ему несколько вопросов задать. Беспрецедентная вещь. Да. Не уверен, что Александр Иванович Бастрыкин знает, какой ответ получил Степашин. Назаров аудитор, человек в ранге министра. И глава Ростехнологий от его сотрудника. Ну, теперь-то узнает. Конечно, конечно. На месте генерального прокурора я бы потребовал этого лейтенанта посадить просто. Проверка, для начала да, под арест. Срок исковой давности по преступлениям до 10 лет. 10 лет. Это было, сколько мне не изменяет память, 2004 год остался, и все, и срок давности. До суда. А это еще нужно провести предварительное расследование. А там дальше суд. Кто как поджимают сроки идет. Ростехнологии? Да, ну с Мотовилиха же получилось, лиха беда начала. Все можно провести. В Индии еще расскажем, не ушли эти акции, в России остались. Знаете, к чему не бояться? Привыкли уже к выговорам. Следователи. Да. Их недобор, их не увольняют. У них пословица даже есть, что... Лучшее поощрение – это снятие ранее наложенного взыскания. Поэтому куча материалов. Алексей, это все шутки шутками. Но вот следователю в Рязани – это, правда, госнарконтроль. Ох, этому следователю, мое предположение, сейчас совсем не до шуток. Дважды момент истины рассказывал о трагедии Алексея Рощупкина. Извините, мне не до шутки, если честно. Я понимаю. Скажите, по делу Рощупкина вас допрашивают сейчас? Что меня сейчас? Допрашивают? Нет, меня брали объяснение. Вы дали объяснение по делу Рощупкина? Да. Кто ведет проверку? Следователь, Следственный комитет. Обыск прошел у вас, да? Так точно. Молодого человека, глава строительной фирмы, очень известный в Рязани. Рязань хорошо строится. Прежде всего, жилье. Кстати, в Рязани осталось бесплатное жилье. В момент ареста Рощупкина... Сколько было денег на счетах его фирмы? 17 с небольшим миллионов рублей. На счетах было 17 миллионов рублей? Да. Серьезная фирма. А теперь представьте, пожалуйста, строитель Рощупкин едет из Москвы. Возвращается, что самое интересное, заседание правительства Российской Федерации. Звонок по телефону. Вы Рощупкин? Я Рощупкин. Вы знаете, вот мы, ваши коллеги, строители, хотели бы встретиться. А какой вопрос? Ну вот мы бы там объединили свои усилия. Давайте просто познакомимся. У меня будет 20 минут, говорит им строитель Рощупкин. Вот есть кафе, там, где Рязань начинается загорода, ресторанчик, встречаются, разговаривают. Вроде как строители перед ним, перед Рощупкиным. А теперь внимание. 3 месяца проходит после этой встречи. 3 месяца.
Рощупкина арестовывают. Видимо, тогда, когда стало это нужно. Оказывается, вот эти двое якобы строителей, это на самом деле были сотрудники наркоконтроля. Один рязанский, второй из Москвы приехал. И на этой встрече Рощупкин якобы продает несколько граммов кокаина по цене $100 за грамм. Я предполагаю, что кому-то понравилось. Бизнес. Строительный бизнес. После второго по очередности сюжета возбуждено уголовное дело, проведены обыски у следователя. Очень неуютно себя чувствует и следователь, и генерал. Начальник областного управления госнаркоконтроля. Руководство, я имею в виду Иванова, высшее руководство наркоконтроля страны, поняла серьезность обстановки. Был арестован тот самый посредник, Решала. Какая интересная профессия теперь есть новая, Решала. И вот этот Решала сейчас сидит. Вызвался быть посредником между... следствием и Рощупкиным. Пришлось брать штурмом его особняк, в котором он скрывался. ОМОН, большое скопление милиции, да, было очень серьезное операция. Десятки людей. Арестован. Уголовное дело. По факту нарушение закона со стороны следствия. То, о чем мы говорили. То, о чем мы и говорили. Как это ни странно, история с нападением на Институт легких сплавов и его директора, и вот эта история, они чем-то родственны. Поведением следствия. Да. Работники правоохранительных органов спокойно идут на нарушение закона, закрывают глаза. Как не бояться из передачи в передачу? Один и тот же мой вопрос, увы, без ответа остается. Знаешь, в свое время Путин задал риторический, но очень где важный посадки? Вопрос. Где посадки? Секундочку, поменялось время. Это сегодня понимают все. Еще один пример реакции на наши сюжеты. Сколько раз «Момент истины» говорил о Калининграде? Глава города. Некто Александр Ярошук. «Момент истины» рассказывал, во что обошлось нам, стране. Это были федеральные деньги, не только городские. Нам, стране, прежде всего. Очистка в городе Калининграде в парке озера Верхнего от ила. Было перечислено 2 миллиарда 900 миллионов рублей. Озеро небольшое. А то почему такая дикая сумма? При составлении бюджета данных реконструкций мероприятия глава Калининграда утроил данную смету. Утроил? 3 раза больше запросил денег на эти мероприятия. Мое предположение, лично у Степаша на глаза округлились. После программы «Момент истины» возбудили уголовное дело. Бригада целая приехала из Москвы по факту беспрецедентного завышения строительной сметы на реконструкцию озера Верхнее. Городская администрация полностью закрылась. Все силы брошены на то, чтобы даже не опровергнуть эту информацию, а полностью закрыть. Второй пример – эстакада. Во всем мире эстакада 1 километр – 1 миллион долларов цена. А у нас 1 метр. Вот метр, вот моя рука, и вот моя рука, вот метр. 0,5 километра в Калининграде стоит как 2 спутника на Марс. 1 метр эстакады – $1 миллион. В 1000 раз дороже, чем во всей Европе. Ну, дело в том, что ведомство Степашина не может само решать вопрос. Оно вот может задавать вопрос. После наших сюжетов вопросы стали задаваться. А чем закончилась проверка? Я обещал, что все будет проверено до дна. Чем закончилась проверка? Я бы хотел услышать, что виновных, и в частности мэра, посадили, отстранили. Рано. Не торопись. Самое интересное впереди. Да, впереди. Впереди через несколько секунд, мои уважаемые зрители, еще одна сенсация. Я думаю, что нашли злоупотребление со стороны мэра. Мы, журналисты, я в частности обещал господину Ярошуку проверку до конца, до дна. Я думаю, крайне оказался какой-нибудь стрелочник. Вы так думаете? Ну, я думаю, да. Не ваша правда, Алексей. Крайне мое предположение окажется именно господин Ярошук, да еще и его жена Жанна. Вилла в Каннах. Вилла в Каннах нашлась у семьи мэра. Причем газеты сразу пишут, у супруги мэра найдена вилла. Как будто не разошлись. Они не разошлись. С каждого рубля ее, он имеет свою половину. То есть то, что принадлежит ей, принадлежит ему. Да это ежику понятно, у журналиста сразу вилла нашлась у жены. Алло. Это Караулов, добрый день. О, здравствуйте. У супруги мэра Калининграда нашлась вилла в Каннах. Это была неожиданность для вас, что у вашей супруги, не у вашей семьи, а у супруги, Александр Георгиевич.
Не нашлась, она задекларирована была. Она не была в декларации за 2011 год, обманываете российского зрителя. А за 2012 год, когда скандал начался, вы, как я предполагаю, срочно подали декларацию. А куда деваться-то из скандал? Как обычно, зарабатываете деньги? Да, выполняю заказ. Именно так. Выполняю заказ тех, кто в Калининграде десятками лет в очереди стоит на жилье. Прежде всего, ветераны, ветхий фонд, ваши избиратели. Сколько у вас таких людей по регистрации, кстати говоря? А с виллой в Кано поздравляю, прелестный домик. Да, давайте, все. Позовете думаю. В гости? Конечно, позову, приезжайте. Раз вилла такая замечательная нашлась? Не нашлась, она задекларирована. В срочном порядке? Не срочно, а до 30 апреля подал. До 30 апреля успели виллу записать? Конечно, конечно. А что ж за 2011 год-то забыли указать? Александр Георгиевич, а главные источники дохода? В 2009 году было зарегистрировано жилищный кооператив. Во Франции на Лазурном берегу. Некоммерческая организация с уставом 100 евро. Госпожа Жанна Ярошук, ваша супруга, внесла 95 евро, еще одна гражданка 5 евро. Вот организация получилась. Она купила эту самую виллу в 2009 году, вы абсолютно правы. 550 евро. 500, а не 100 евро. Нехило. А регистрация имущества прошла... В 2011 году, да. Да, совершенно справедливо. Что же вы не указали, еще раз вопрос, своей декларации, ни вы, ни она? Такой серьезный мэр, такого серьезного города, а про виллу в Канах забыл. Я ничего не забыл. Так сейчас вспомнили, спустя год... Когда... Пора, еще раз повторяю. Когда вам напомнили, вот вы и вспомнили. Я 30 апреля, еще раз говорю, задекларировал, все как полагается. Александр Георгиевич, желаю вам успехов в трудовой деятельности. Всего доброго. Вот это меня забавляет. Нашли виллу. И латиница там, где почтовый ящик, написаны. Я чиновники рашу. Пишут. Открыто латиницы написали, да. Им даже в голову не пришло, что будут задаваться вопросы мэру. А вилла была как бы на юридическое лицо. Компания, задумаемся, Ярошук говорит, с уставным капиталом 550 евро специально для покупки виллы. Еще раз, чтобы самим не светиться, мое предположение, скрыть этот домик, написав при этом латиницей свою фамилию на воротах. Но, по моим сведениям, уставной капитал еще меньше. 100 евро. Это 95 евро Жанна Ярошук. На Западе, да? А 5 евро, конечно, Франция. 5 евро внесла женщина, соучредитель фирмы, которого такое совпадение прописано по тому же домашнему адресу, что и супруги Ярошуки в городе Калининграде. Они обанкротили город. Чиновники обанкротили, да? Такой город. Город Калининград вообще-то дотационный. Бюджет собственный 4,5 миллиардов рублей. Это вся приходная часть. А долг города 6,5 миллиардов. Долг коммерческим банкам? Да. По кредитам? Да. Пример с тем же Дудкой, губернатор Тульской области, который под арестом, да, вылетал в Арабские Эмираты, где у него находилась вилла под предлогом, что надо провести, дескать, Дудка, медицинское обследование. Дудка – герой наших сюжетов, но был у нас еще один герой, я просто полюбил этого человека всей душой, ей-богу. Некто Антон Аверин, вице-губернатор Нижегородской области. Господин Аверин. Его папа строитель, фирма отца получает огромные подряды на строительство от правительства Нижегородской области, а сын Антон Аверин, такое вот совпадение, курирует строительство. 4 миллиона долларов, которые за прошлый год заработала скромная супруга вице-губернатора Аверина. А самое интересное то, что следует документам, супруге Аверина принадлежит вилла в Каннах. Это видно из документов. Супруги. А она что, развелась, что ли, с мужем? Нет. Значит, это вилла семейная, но она ее задекларировала хотя бы? Вот в том-то и дело. Нет. Как и господин Ярошук и его жена Жанна, тоже нет. И дальше. А ничего? Как ничего? Вот, а ничего? Сучка, женщина молодая в Нижнем зарабатывает столько, сколько за год зарабатывает английская королева. Да. Ну, я думаю, что это скромно показывают они, сколько они зарабатывают. А поскольку это чиновники, вилла опять-таки все там же на Лазурном берегу. Ну, а где же еще-то? Нет в декларации Антона и Ольги Аверинах. Если президент обязал чиновников, депутаты принимают соответствующий закон. Значит, впереди уголовное дело и вот те самые наручники. Я был бы орган. Очень вот рад. Вот ты сейчас напомнил, я завтра напомню. Нас всех не перестреляют. Перестреляют, будем знать, кто стрелял. Мы не отцепимся.
Саш, более 50 уголовных дел в момент истины за последние полтора года. К своему 20-летию мы вот так идем, с таким результатом. По нашим сюжетам более 50, многие уже в суде. Тогда остается, чтобы эта цифра дошла до отметки 52, как раз на 52-м Нижегородском регионе. Это во многом бессилие государства. Почему же бессилие? Обыски идут. Обыски идут. Документацию изымают, виллу нашли, дудка под арестом ждет суда. Но когда эффективность действия одной телевизионной программы превышает эффективность действий огромных государственных структур. Ну, не превышает, конечно, но... По крайней мере, равняется им. Это ненормально, я понимаю. Когда руководители государственных структур получают какие-то филькины грамоты от неизвестно кого. Мои помощники, еще расскажу, ищут следователя Бородина, да, который такие вот замечательные ответы писал Чемизову и Степашину. Да. Уже знаю, что вскоре после такого вот письма Бородин пошел на повышение в Следственный комитет Москвы. Об этом же мы с вами и говорим, что очень часто... На повышение. Та же история с Вилсом. Что это такое, когда милиция легкие обеспечивает слова, интересы, да, антиправовых структур? Понимаете? Кто на телефоне? Да, замначальника отдела кадров Следственного комитета Москвы. Добрый день, Наталья. Скажите, куда делся следователь Бородин? Не уволился он? Нет. Знаете, что-то у меня ассоциируется он с Западом. Да, да, да. Вот там, где Сетунь. Вот у меня с Западом ассоциируется. Так, сейчас посмотрим. Все нормально. Угу. Он уволился. То есть по-собственному? Да. Уволился. Успел за 5 минут, видим. Вот где теперь искать бывшего уже следователя Бородина? Глухая оборона это называется. Не пойман, не вор, я понимаю. Глухая оборона от гласности, от ясности. Сколько глухая... же можно мое предположение заработать иной раз, да? Да. Чтоб потом можно было бы увольняться легко. Мое предположение. Не пойман, не вор, но мое предположение. Сколько же можно за один день заработать правильной бумагой? Они очень любят появляться в местах массового скопления денег, эти люди. И ждите его в новом месте. Места массовых скоплений денег – это всегда очень интересно, кто же с этим спорит. Ну а сейчас в нашей программе действительно самое интересное. Очень много появилось, на мой взгляд, такое, знаете, обнаглевшей молодежи, которая уже формировалась как люди в период тех же 90-х годов. Или мы поглупели. Латиницей тоже писать на воротах свое имя – это не от большого ума. По принципу, кто там в Каннах догадается, что Ярошук, который на воротах – это мэр Калининграда. Да догадались. Но это гордость распирает, понимаете? О. И вензель еще вешают, фамильный герб. Чиновники, да, наши в Каннах на свои виллы. Это мечта о том, чтобы стать аристократом. Деньги способствуют поглуплению. И безнаказанно. Сергей, мы рассказали не так давно в «Моменте истины» о том, как еще один регион России, Московская область, Истринский район, коттеджный поселок. 99 коттеджей вели стройку. Она была на стадии 80% готовности. То есть почти все готово? Почти все, да. Руководство в лице Сергея Александровича Козловского и второго Попова заявили мне, чтобы я вернул 50% тех объектов, которые находятся у меня в строительстве. Вернул, то есть вы должны все, что вы построили, подарить чиновникам районам? Да, они сами их достроят. Мне было сказано, что мы тебя с применением там своего влияния просто выкинем. Вы влупили сюда 500 миллионов? На 80% готовы ваши коттеджи? Спасибо. А теперь до свидания, гуляйте. Мы сами достроим ваш коттеджный поселок и сами будем его продавать. А вам спасибо, что зарыли в землю 500 миллионов. История, к сожалению, типичная. Государственная служба воспринимается как бизнес. Но самое интересное объяснение лейтенанта опять-таки. Что ж с этими лейтенантами? Прям какая-то беда. Беда не беда, а вся наша жизнь сегодня начинается, похоже, с лейтенантов. Я думаю, что это апокалипсис чиновничьего сословия. Оно требует не просто обновления, оно требует серьезных замен. Как ты думаешь, что сегодня сейчас, 21 век на дворе, хочу напомнить, говорит следователь-лейтенант, которому поручается разобраться в этой ситуации? Скорее всего, он цифру называет. Нет, если б цифру.
Если бы цифру было бы понятно, по крайней мере. Ему, лейтенанту, говорят строители, вот подложные документы, подпись подделана. График строительства появился и якобы с моей подписью. Подделали документы? Да. Я написал соответствующее заявление Истринский райотдел милиции. Они сделали заключение. Следователи. Что невозможно установить, это подлинная она или нет, неподлинная. А как это в 21 веке невозможно установить, вы это подписали или не вы? Вот же ваша рука, вот ручка. Вы здравствуйте, слава Богу. Мне было заявлено Михаил Патысев. То есть старший лейтенант полиции? Да, Михаил Патысев. Письменно известил вас, что они, полицейские следователи, да, не могут установить подлинность вашего автографа? Да, совершенно верно. В 21 веке в Истринском районе невозможно ему, следователю, установить подлинный автограф на документе или это подделка, а раз он не может провести такую экспертизу, значит, и не будет уголовного дела по факту хищения, задумаемся, а что это как не хищение, полумиллиарда. Потому что часть из этих полумиллиарда наши попали к следователям. Я спросил у господина Патысева, как же он не боится выносить отказной материал с такого рода мотивацией. А чего я не боюсь? Преступление, я предполагаю, скрыть, вы не заметить. Если чего-то, то тогда зачем жить-то вообще? Страх – это плохое качество человека. Такой цинизм, я думаю. Цинизм на грани с хамством. Знаете, я обещал, что эти материалы лягут после эфира на стол генерала Алексеева, главного полицейского следователя страны, заместителя министра внутренних дел. Началась проверка, но как только этот сюжет вышел, на меня обрушилась просто лавина звонков с рассказами об аналогичных ситуациях. Торговый центр академический находится на проспекте 60-летия Октября. В Москве. 12 тысяч квадратных метров площадей. Бизнесмен из города Томска Якимов обманным путем. А кто он такой, что про него известно? У него был ряд проектов в Сибири. Занимался там бизнесом. И с чем он появился в Москве? Какой был договор? Он инвестирует часть средств, а именно 30 миллионов долларов США, в достройку этого торгового центра. А он тогда строился? Стройка затягивалась. Вот появился человек с деньгами. Да, появился человек с деньгами, который был готов проинвестировать в этот проект денежные средства. К сожалению, денежные средства им инвестированы в строительство торгового центра не были. То есть 30 миллионов не дал? Да. Он представил якобы соглашение о расторжении договора купли-продажи. Но при этом, как потом выяснили правоохранительные органы, подпись под этим соглашением была поддельная. Какой-то дядя подписал за Якимова? Да, абсолютно верно. А подпись не была нотариально удостоверена? Нет, подпись не была удостоверена. А в этой ситуации разве действительно без нотариальной доверенности подпись? Такой сложный контракт, такие важные документы. К сожалению, действующее законодательство подразумевает такой способ подписания документов. Без нотариального удостоверения? Да. Важных контрактов на миллионы долларов? К сожалению, да. Да любой подпишет кто угодно, за кого угодно. А потом что? Поэтому, к сожалению, в России частый случай, когда собственность захватывают посторонние лица. А это как контракты на десятки миллионов, а то и сотни долларов, и можно подписать без нотариального удостоверения, что это подпись вот человек, который подписывает. Как? Это законно, оказывается? К сожалению, это так. Подождите, это проблема из проблем, о которой надо говорить постоянно и депутатам, и всем. Я отвернулся на секунду. Откуда я знаю, кто поставил закорючку? В судебной практике мы часто сталкиваемся с документами, которые не просто подделаны. Вот я не знал, что это по закону без нотариуса можно подписывать такого рода контракты века. Допускает наше законодательство это. Так легче подписывать контракты. Кое-кому. Конечно. Подделать один документ, не дать ни копейки, и центр мой? Да. Но те люди, которые могли предположить, что будет подделан документ, они-то что ж сразу подпись-то не проверили Якимова? Она не она. Дело в том, что он вошел в доверительные отношения с собственниками компании. И что? Поэтому проявили невнимательность, да, и доверились ему. Уголовное дело было возбуждено? Да, было возбуждено уголовное дело. По факту мошенничества? По факту мошенничества. И что? И вот в течение 4 лет дело находится в подвешенном состоянии. То есть еще милиция возбуждала, даже полиции не было? Да. С учетом современных технологий установить поддельную подпись либо нет достаточно 24 часов. Однако до настоящего времени следствие не предприняло никаких конкретных сколько действий. Сколько лет они не могут установить, подпись подделана или не подделана? 4 года. 4 года. 4 года.
Следователи, их человек 8 поменялось за 4 года. В рамках возбужденного уголовного дела по факту мошенничества. Да. 4 года не могут установить следователи. Подделаны подписи гражданина. И младший Никитова. Офицер полиции принимает решение, оценивает заключение счетной палаты. После чего увольняется? Да. Он свою миссию выполнил, можно уволить. А вы знаете, чем интересна история с торговым центром «Академический»? Трудно мне сказать. Это тот же самый Истринский отдел, что и история с коттеджами. Вы смеетесь. Да. Там нет уголовного дела, подделано подпись или не подделано, да. Не установили, отказали. Здесь есть уголовное дело, почему Истра, там потерпевшие живут. Там они прописаны, такое вот совпадение. Тот же самый отдел, что и коттеджи, 4 года уже в рамках уголовного дела не может установить подлинность подписи. Скажите, Артем Александрович, уголовное дело торгово-офисный центр «Академический», некто Якимов, подделанная подпись в вашем производстве? Да, да. Давно у вас это дело? 2 месяца у меня. И что, 2 месяца вы не можете установить, подделана подпись или нет? А всего 4 года проводится? Экспертиза проводится. А сколько она еще будет проводиться, Артем Александрович, ваша оценка экспертизы? Подделана подпись или не подделана? Экспертиза назначена. Сейчас проводится УОД Московской области. Сроки? Какие сроки? Я не могу сейчас сказать. Позвоните эксперту, узнать. Артем Александрович, в Соединенных Штатах Америки такие экспертизы проводятся за 2-3 дня. У нас 4 года, а вы 2 месяца. Следователи это дело в своих руках держите. Как понять, почему за это время вы, в частности, ваш отдел по Истринскому району, не сумели установить, подделана подпись Якимова или не подделана? Я не эксперт. Экспертизу назначили месяц назад. То есть вы не при делах, я правильно понимаю, Артем Александрович? Как я не при делах? Я назначил. Вы назначили, а дальше хоть трава не расти. Нет, жду заключения эксперта. Ждете. Сколько еще будете ждать? 4 года уже длится это уголовное дело. Завтра я позвоню эксперту, узнаю. Спасибо и на этом. Вежливо. Я думаю, у них специализация вот на подобного рода делах. Генерал Алексеев недавно в Кремле, прием был в честь Дня России, подошел ко мне и сказал, что он потрясен просто вот этой историей. С Истрой они разбираются. Как не бояться? Тот же самый отдел. Те же самые следователи. Любого профессионала, какую бы мантию он ни носил, судьи, адвоката, полицейского, ну это просто возмущает. А почему не бояться? У нас лейтенанты, действительно, жизнь с них начинается. Не какие-то. А потом, вы знаете, особенные. Андрей Викторович, все-таки вот... Еще раз, генерал, начальник да. следствия, заместитель министра, не скрывает своего изумления. Каково же будет изумление генерала Алексеева сейчас, когда вторая история в том же Истринском отделе? Вот так вы поговорили с лейтенантом юстиции. Кинута трубка. Ну, здесь есть признаки преступления против правосудия. И нужно только ответить на вопрос. То ли в силу своей неразвитости профессиональной, молодой... То ли в силу интереса. То ли в силу материального интереса. Я думаю, генерал Алексеев ответит на этот вопрос и очень скоро. Верно. Ну, я думаю, такого уровня следственные работники, они, я думаю, очень быстро разберутся.